скором времени в Ульяновской области появится первый в России завод по производству огнестойких гидравлических жидкостей. Инвестиционное соглашение о создании уникального производства было подписано между региональным правительством корпорации развития и компанией «Созидание» в октябре 2016 года. Меньше чем через год на территории портовой особой экономической зоны состоялась церемония закладки первого камня в строительство завода. Аналогов такому предприятию нет в Российской Федерации. И он будет работать на интересы по-настоящему безопасности нашей страны, потому что он будет работать с корпорацией «Росатом». Это уже о многом говорит, в том числе говорит о высоком качестве проектирования, качестве продукции, которая здесь будет выступать. В качестве площадки для реализации крупного проекта Ульяновская область была выбрана не случайно. Тем требованиям техническим, которые нужны были именно для нашего проекта, Ульяновская область оказалась подходящая, это первое. Но впоследствии, когда мы начали уже работать, у вас очень гибкие и мобильные структуры, которые могут в процессе перестраиваться под потребности инвесторов. Объем инвестиций в проект составляет 472 миллиона рублей. Проектирование и строительство будут вестись на собственные средства инвестора. В дальнейшем планируется привлечение федерального и регионального фондов развития промышленности, а также российского фонда прямых инвестиций. Когда мы заслушивали этот проект, мы задали вопрос, есть ли необходимость привлечения стороннего финансирования. Была правильно инвесторам заинтересованность в этом. Мы сейчас находимся в структурировании сделки по линии нашего пилотного продукта совместно с федеральным фондом, по которому мы можем профинансировать этот проект из регионального фонда развития промышленности и выйти на совместную сделку с федеральным фондом развития промышленности. Ожидается, что первая очередь предприятия будет запущена уже в следующем году. На первом этапе завод будет выпускать промывочные жидкости. Затем начнется выпуск огнестойких гидравлических жидкостей. Годовой план – до 500 тонн. В дальнейшем, в зависимости от потребности, объемы производства могут быть увеличены в 5 раз. Анна Тищенко, Андрей Корчагин, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.